Бузова отказалась уходить от Тарасова. Поющая ведущая ищет любовь на реалити-шоу «Замуж за Бузову», премьера которого состоится в конце августа. В честь презентации телепроекта Ольга устроила пресс-конференцию в московском ресторане «Чайка». Оказалось, что заведение является излюбленным местом не только Бузовой, но и ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Спортсмен прибыл в «Чайку» вместе с женой Анастасией Костенко, мамой и новорожденной дочерью Миланой, чтобы отметить крестины наследницы. Встреча экс-возлюбленных была неожиданной и, судя по всему, неприятной. Однако Ольга Бузова отменять запланированное мероприятие не стала. Некоторые фанаты Бузовой решили, что появление Тарасова на пресс-конференции было не случайным. Они посчитали, что футболист знал о мероприятии и хотел привлечь к себе внимание СМИ. Но все-таки большинство поклонников певицы пришли к выводу, что встреча была незапланированной и неприятной для обоих бывших супругов. Напомним, развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой состоялся в 2016 году.